Продолжаем рассказывать о лете в Подмосковье. Лагерную смену в Импеле посетил известный советский и российский бард, композитор и автор детских песен Григорий Васильевич Гладков. На встрече с ребятами музыкант исполнил свои хиты и поговорил о детстве. На его остроумных и добрых композициях выросло не одно поколение, а многие песни увековечены в любимых советских мультфильмах. Свое выступление для юных слушателей Григорий Гладков начал со знаменитой песни про пластилиновую ворону. На деле она взлетела, а может, не взлетела, а может быть, на пальму с разбегом забралась. Этой композиции почти 40 лет, а ее не только слышали, но и знают наизусть. Секрет такого успеха в том, что сам автор – ребенок в душе. Поэтому его песни так любят маленькие слушатели. Это прежде всего игра в детство взрослого человека. Это желание оставить ребенка в себе, не быть скучным, занудным. Взрослый ребенок – это высочайшее звание, я считаю. И у детей надо учиться, а не только учить их. Творческий вечер закончился хоровым исполнением лагерной песни. А после ребята смогли получить автограф и пообщаться с композитором.